Спрингтрап, ёбаный рос, Спрингтрап. Всем привет, я Сайка Сироко, добро пожаловать в группу за ним Five Nights at Freddy's Rewrited. Сегодня продолжать будем ее проходить, я не помню, на ком остались, потому что давно не было уже видео, давно я не снимал это видео. В смысле, давно я не снимал прохождение. Вот поэтому сегодня мы будем продолжать проходить. Уже становится жарко, и мне нужно срочно какая-нибудь клевая рубашка, поэтому мне ее обязательно уже закажут. Вот. Я не знаю, зачем я это говорю. Надо только теперь вспомнить, как играть, потому что, опять же, я давно не играл в нее. Вау! Ты сделал этот... Тьюздей, это среда? Или что? То есть мы третью ночь прошли? А, неделя вторая. Чё? Тьюздей, это среда? Hey. Hey, wow. На M mute call. Мне он не нужен. Ну, там понятно, все, тем более, что перевода нету. Поэтому нихера и будет непонятно. Атмосферные звуки пошли. Вот у нас музычка, отлично. Ой, могу подойти, только зачем я это делаю? Я не знаю, правда. Хотя, может, мы что-то будем разглядывать, как пасхалку, что здесь искать, но мне это вообще-то не надо. Поэтому, так. В общем, Чику и Бонни должны находить у двери Фредди. Смотрите. Опа-на. Фредди мы должны... Ну, началось. Уйди ты отсюда. Фредди мы должны искать, короче, по камерам. Если его нет, то значит он стоит возле двери, просто вне зоны видимости. Если он есть в камерах, то тогда ладно, пусть ходит. Но если он, конечно, здесь, то, наверное, тоже надо закрывать. Я точно не знаю, ну ладно. Наверное, да. Да ёптэтэй. Опа! Видели? Видели? Плакат! Плакат был! Был плакат сейчас только что. Опа, мы что-то записали. Так, как там Фредди? Фредди смотрит камеру! Опа, плакат у Фокси, я был прав! Я был прав, у Фокси тоже обязательно будет. И только скотина закрыл своим крюком все. Так, ну и пока нет никого, да? А что было? А, мы что-то записали. Мы что-то записали, надо искать Фредди, ищем Фредди, ищем Фредди. Где Фредди? Где Фредди? Фредди, ты здесь, а? Пиздец. Закрываю дверь. Просто бежит к нам Фокси. Вот Фредди. Лё. Лё, зырьте. Вау. И Бонни стоит, короче, возле него. Так, вот это мне нравится. Опа, опа, Фредди у двери, Фредди у двери. И что делать? Не, ну он же не совсем у двери. Ему еще куда-то перейти надо обязательно, да? Я же правильно понимаю? Сколько вообще времени, кстати? А теперь лучше закрыть дверь. Не знаю, почему, но мне так кажется. Никого нет, никого. Ищем, ищем Фредди, ищем Фредди. Ищем Фредди. Вообще-то очень клевая измененная игра, как видите. Прекрасно. Да, он у двери. Да, он у двери, его здесь нету. Хорошо, что... А нет, смотрите, его здесь нет. Открываем. Опа. Да! Там опять плакат был, видели? Там плакат был у Бонни. Ага, Фредди здесь, отлично, открываем дверь. Поняли, как жестко, да? Надо именно искать Фредди по каждой камере, чтобы точно знать, вдруг он... Потому что он может оказаться у тебя у двери. Он может оказаться у тебя у двери. А вот сейчас его нет, сейчас лучше закрыть, наверное. Еду закрыть! Отлично. Так, где Фредди? Где Фредди? Ищем Фредди, чтобы точно быть удостоверен, то, что его здесь нету. Да, Фредди нет, значит, он точно сейчас находится у нас тут. И да... Так, Фокси. Так, я не знаю, что-то запутался. Ну, Бонни ушел. Да иди ты нафиг. А я открыть дверь не могу. О. Бля. Где я ага. Давайте ничего скрываем. Да иди ты задолбал уже! У меня аж голос, все, видите? Ну я только проснулся опять, так что извиняйте. Окей, Фредди есть, Фокси только что побежал, поэтому можем не бояться. Но если Фокси побежит, то что, можем закрыть дверь, как крутые. Сейчас лучше закрыть дверь. Хотя нет, у нас батареи очень мало. Просто ищем Фредди, просто ищем Фредди. Ага, есть, отлично! Пошла нахер! Фредди есть, отлично. Прекрасно! Сколько? Сколько осталось? Сколько осталось? Шестой час почти, почти, почти шестой час, почти шестой час. Есть! Да иди ты нахер! Залобал, залобал. Это победа, это точно победа, но у нас батареи очень мало, дайте чай выпью.
Это очень будет победа. Давай, давай, давай. Так, вот это мне не нравится на самом деле сейчас. А его нигде нет. Да ёбаный рот, что происходит? Хорош! Я при этом еще уже недели две, наверное, не играл в эту игру. С момента последнего видео. Вот, кстати, я заметил, вам понравилось. Аж 2000 просмотров вы там набрали. На первом видео, на втором, по-моему, просто 1000 набрали, а на другом просто 100. Не 1000. Во! Вы это видите? Спрингтрап! Опять! It's me! И Фредбер! Или Голден Фред? Нет, наверное, Фредбер. Да серьезно, блин? Опять? Я опять с ними сейчас встречу? Серьезно? Да не, да вы гоните. Да что, серьезно, что ли? Выходи из офиса через левую дверь. Как? Обалдеть. У меня началась прерум игра. Погоди, а если не хочу? А я мог отказаться? Ебать, что происходит? Блин, интересно. Вау. А можно мне свет, пожалуйста? Я ничего не вижу. А, спасибо. А, ну спасибо, спасибо, да. It's me. Это небезопасно. Здесь небезопасно, точнее. Погоди, я хочу к ним пойти. Песня пропала. Пони пропал. Слушай меня. Нахуя? Чего? На shift можно спринтить, короче. Ладно, можно я туда пойду, да ведь? Давай превью. Какой ты красивый, слушай! У тебя песня прям такая зажигательная, прям вообще. Мы, наверное, к вам не хотели типа пойти. Слушай меня. Или послушай меня, наверное. Насчет того, что типа здесь небезопасно. А, вот! Стрелки показывать сюда идти. И мы сейчас должны, то есть, бегать, да? То есть у нас сейчас побег будет. Беги! Ёб твою мать. Что происходит? А выход не открыт! Нахуя? А их нет. А я не хочу в туалет идти. Спрингтрап, точно спрингтрап. А какой код? А я знаю, какой код, наверное, смотрите. 1987. Погоди. Ого, я был... А, 83, ёб твой... Я так и знал. Там играет песня из сериала «Кухни». Там играет песня из сериала «Кухни». 1983. Спрингтрап. Спрингтрап, ёбаный рот, спрингтрап. Зачем? It's me. It's me, it's me. Что? На превью, вот так вот, красиво, красиво. Я не хочу к вам идти! Да я не хочу к ним идти, вы чё, блин, да хер... Чё? Мид, скушай тебя, нет? Да? А, Мик, back to office.
Мы сейчас будем против них играть, серьезно? Там Гон Фредди. Там Гон Фредди. Там Гон Фредди. Что было? Что было? Там что-то было? Справа кто-то было? Ебать, ты выгонишь, что ли? Нет! А нахрена? А зачем? А не надо! А нет! А президенту! Понял? Да я же взял камеру! Надо взять камеру! Я знаю, что надо взять камеру, верно ведь? Погоди, а я могу начать заново или все, или это конец? Мне надо все проигрывать? А, фух, нет. А если Фредди нету? А где Фредди? Погоди, мы типа без Фредди играем? Все, класс, ура! Я Фредди не вижу просто. Давайте испытаем. Ну типа вот сейчас он... Да ёб твою мать, что происходит? Да ладно, похуй. Короче, мы же знаем сами, что надо убрать просто камеру, вот и все. Опа! Блять! Да отъебись от меня, что происходит? Да как, блядь? Открывай камеру, монитор. Да я же открываю. Он же не сразу почему-то уходит. Как не понимать, когда он уходит? Мне же надо понимать, когда он куда-то уходит. Вы чё? Ещё там Фредди я слышал, кстати. Отстань. И что делать? Вот это еще херня орёт, ну ладно, хуй с ней. Можно, наверное, прожить как-то без нее. Да заебало да орать, да ёбаный рот, вы что гоните что? Как я так играть буду вообще? Ну началось. Одно говно утихло, второе началось. И где он? Так вроде-то нет, надо закрывать дверь, значит. Но я его, по крайней мере, не увидел. Пошел нахуй. А где Фредди-то реально? Так. Смотрим, ищем Фредди, ищем Фредди. Что? В смысле? Ой, да отстань ты от меня. Ой. Зачем я к нему подхожу, не надо к нему подходить. Ёб твою мать. Я понял, наверное, когда. А, я был прав. Да иди ты нахуй, блядь. Вот, видите, сначала темно, а потом нахуй я это делал. Дети, дети на плакатах. У меня дети на плакатах. Да отъебись ты от меня, да что я тебе сделал-то? Заебал меня. Все, не лезь ко мне. Я понял тактику, в общем. А вот сейчас опасно. А нет, смотрите, он здесь еще. Тогда не опасно. Тогда нормально. Короче, когда монитор темнеет еще, когда Фредбер, и если становится светлее, то можно брать камеру. Вот, смотрите, темно. Оп, светло стало. Оп. Хорош. Да ты же до сих пор здесь что-то орёшь, да? Да тихо, блядь, там! А вот теперь Фредди пропал. Нет, 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 нет. Вот, закрываем. Фредди пропал. Ой, Фредди, Фредди. Ну, типа, он к нам неровно дышит, понимаете? Да, я прав был. Судя по звукам, я был официально жестко прав. А теперь-то где Фредди? Ой, Фредди, Фредди, Фредди. Опа. Можем открывать. Да, отъебись.
Вам не кажется, что это уже в край пиздец какой-то? Да, могу книжку взять? Не могу, кстати. Иди нахуй. Книжку не могу взять. Кто? Началось. Ой, началось. Ой, началось. А про меня нету, кстати. Да у меня батарея тратится, дайте мне хоть что-нибудь-то сделать. Ты пропал? Пропал. А где Фредби-то? Тихо. Опять дети. Бляха-муха. Мне нужно знать, где Фредби. Да отъебись от меня! Честное слово, заебал, братан, не надо. А у меня свет включен. Ёб твою мать. Oh no. Все, мне конец. Мне конец. Все. Ну, может быть, у нас будет шанс какой-нибудь, нет? Кстати, Фредбер даже пропал. Даже голос у Фредди пропал. Вау. Ну, кстати, вообще даже лучше, чем во FNAF оригинале реально сделано. Бро, а может мне дадите шанс? Может сейчас победа будет резко, чисто случайно, просто, понимаешь? Давайте случайно победа, пожалуйста. Ну, братан. А нам, походу, одного часа не досталось. Не хватило, точнее. Нам часа не досталось. Блять. Нам не хватило одного часа всего, по всей видимости. Потому что, слышали, там что-то перечеркнул. Ну, судя по звукам, что-то написал. Да кто? Да Фредди так страшно смотрится. Блин, а ничего, а как, а я заново типа не смогу начать, все? У меня живот зачесался. Блин, я считаю это нечестно, алло. Так Фредди какой-то ад начал, его не было ни на кой из камер, вы че, в смысле, почему? Фредди не был ни на кой из камер. Блин, в этом видео столько превьюшек можно было бы сделать клёвых. Началось. Ага, видно. Отлично, дети на плакатах. Миссинг. Миссинг, все здесь миссинг. Давайте я на Фокси камеру направлю, потому что так будет удобнее. Так, ой, на Бонни, ой, на Фредди, точнее. Ой. Так, наверное, я лучше закрою дверь. А Фредди-то и нет нигде реально. Так, тихо. Да я бас! Что с ним не так, я не понимаю. Так, ага, он здесь, отлично. Все нормально, не паникуем. Так, ищем. А ой, нигде нету.
Да, у нее нет сейчас. Так. Отстань. Можно ли мне... Ага, понятно. Заебали! У меня батареи-то мало уже, учё. Да это не круто, у меня мало батареи. Бонни идет. Это смерть опять. Да нет, я не знаю открывать. Нет, блядь, я не вижу там Фредди. Но у меня батарея уже 30%. Я не успеваю. Ладно, убивай меня, убивай меня. А я не мог ничего по-другому сделать. А тебя это поеботу слушать 50 лет. А вот это что за знак? Да там есть все-таки книжка, погоди, погоди, а как подойти? Вот, там есть книжка все-таки, а я подойти не могу. Там есть книжка, видите? Какая-то хуйня, слушай, сейчас 50 лет, серьезно! Да это пипец. Это сложно. Мне еще жарко вообще-то. Ищем. Так, окей, он есть. Он под конец-то почему-то пропадает, как сволочь последняя, блядь. Ну и реально. Это реально. Вот он. Да иди нахуй-то, я же тебе сказал. Ну он просто как сволочь последний пропадает, его нигде нет, просто нигде. Так, он пропал куда-то. Вот он. Окей. Фокси придет, но просто мы просто по звуку, короче, будем Фокси ориентировать. Потому что я хочу понять, где, куда Фредди пропадает. В туалетах я смотрел. Я знаю, что на туалете может еще тусоваться, но я его там не видел. Так, вот он, отлично. Пошел нахуй. Задолбал. Где? И где? А его нету, бляха. А его нету, все. Его нигде. Вы не поняли, Фокси там, короче, тусовался. Дверь-то я могу открыть? Да дай мне дверь открыть! Ага, Фредди есть! Да дебись! Дай мне дверь-то открыть! Пидорас. Фредди есть, отлично. Пошел нахуй. Ну вы скотины, конечно, а все вот решили, да, на меня напасть? Просто все. Я так и знал, что вы из них. Котяна. И как мне понимать, когда пропадет мой любимый Бонники? Боньки. Так, пока нормально. Ты, блядь, уйдешь оттуда? Нет! Ты ушел? Ушел. Да ты мой любимый, я его смог увидеть, прикиньте. Я его смог прям увидеть. Ага, есть, отлично. Пошел нахуй.
Так. Скотина, у меня все так прекрасно шло! У меня все так хорошо шло, скотина! Я тебя больше не люблю, ты больше не мой любимый матроник. Пошел нахуй! Вон отсюда, блять, из пиццерии! Пошел нахуй! Вот так надо с ними. Блять, я даже играть не начал. Отъебись от меня! Да камеру, блядь, не включи, сука! Да вруби мне камеру, блядь, у меня камера не работает! Спасибо тебе, меня сейчас убьют! А ты только сейчас включил камеру, спасибо огромное, сука, сволочь ты! Кто бы ты ни был, просто сволочь все равно. Вот он! Пиздец. Ладно, с хуй с ним умираем. Короче, пока на этом мы с вами заканчиваем, ребят. Всем пока, с вами был Костеркот. Любитесь, пока. Удачи, пока.